Здравствуйте, я Алина Пикаревская. Я Светлана Пороева, салон Каллистра. У нас был очень интересный период, о котором мы вам с удовольствием расскажем. Алина Пикаревская и Светлана Пороева расскажут о том, как это было. Каллистра. Взгляд изнутри. В этом выпуске Каллистра Бэкстейдж. У нас был очень интересный год, насыщенный тренингами, семинарами, работой для фотосессий и просто каждодневной интересной работой. Закончили курс в школе Виктора Уксусова, Уксусов Education. Прошли 15-дневный тренинг по техникам точной английской стрижки. Параллельно проходили обучение у замечательного педагога, человека Ольги Карди, которой мы очень благодарны за ту информацию, с которой она искренне делится. Это законы колористики, современные техники окрашивания, амбре, шатушь, балаяж. Очень понравилось учиться в школе Higher Expert Анна Пинес, где познакомились с новыми модными тенденциями в окрашивании. Мы посетили очень много творческих, интересных семинаров. Один из них, который нас вдохновил на многие наши проекты, перформанс Noise, который путешествует по всему миру, и нам удалось посетить его в Москве, в котором участвуют международные сильнейшие команды мира, которые учат выходить за рамки комфорта. А когда мы выходим за рамки комфорта, мы растем как личности, и мы растем как мастера. А также неоднократно посетили семинары по модным тенденциям в окрашиваниях и стрижках от Биэстетик. И очень интересный семинар также по тенденциям в моде будущих сезонов провел тренер сборной команды России, судья международной категории, топ-стилист Максим Лазарев. Незабываемая поездка в Ереван, каникулы парикмахеров. Это слет самых талантливых людей, горячих своей профессии и из разных уголков мира. Неоценимые знания получили в моделировании причесок у замечательного мастера свадебного стилиста Джамили Мирзаевой в Таллине. Незабываемый конгресс стилистов в Греции на замечательном острове Родос. Недельное обучение по созданию образов от лучших учителей Европы. Кстати, в этом году он будет проходить в Афинах, куда мы тоже собираемся. Но участие в различных проектах, модных показов от Logrus. Хочется отметить нашу работу над обложкой. Это наше детище. Мы начали это делать с первого месяца нашего открытия, и которая набирает все большую популярность, привлекает к себе большое количество специалистов в разных областях, визажистов, стилистов, дизайнеров, вас, нашей дорогой публики и клиентов. Мы очень рады, что этой работой мы показываем весь тяжелый, интересный труд людей, которые работают в области красоты. Мы хотим показать вам, какой это нелегкий труд. Мы смотрим на картинку, она кажется простой и ничего как будто за этим не стоит, но если мы приоткроем вам завесу, то вы увидите, что это огромный труд большого количества людей. Это визажисты, стилисты, парикмахеры, дизайнеры, которые делают одежду, фотографы. И пролистывая журналы, даже не задумываемся, сколько было времени и труда потрачено на это. И зачастую мы тратим на это все наше свободное время от работы. На каникулах парикмахеров нас очень вдохновила школа Академии Анны Эшвуд. И недавно я начала обучение там и прошла первый фундаментальный тренинг, где ознакомилась с формами и с дизайном. И это только начало. Кроме обучения в различных школах, семинарах, мастер-классах, я получаю ежедневно знания, творческие идеи от своей коллеги Алины Пикаревской. Она очень творческий, позитивный человек, у которого всегда есть чему поучиться. Спасибо тебе. У нас было очень много интересных проектов, в которых мы и приобретаем знания, так и делимся ими. И хочу добавить, конечно, что мне очень нравится работать со Светланой. Это очень творческий, порядочный, техничный в работе человек.
и очень хороший друг и коллега. Мне нравится наш творческий тандем. Мы вместе растем, мы вместе творим. И все это для вас, наши дорогие клиенты и зрители. Это вы нас вдохновляете на эти работы. Сейчас в процессе разработки находится наше мобильное приложение и сайт. И не забывайте того, что у нас есть и физический адрес Калеванкату 27 в центре Хельсинки. И мы с удовольствием вас ждем. Листа бэкстейдж.